мы живем на этой земле, мы говорим на своем языке, мы имеем свою культуру, свою религию, свою систему ценностей, и у нас эта стабильность сохраняется по сей день. Почему? Конечно, благодаря системе воспитания молодежи, когда из поколения в поколение эти ценности сохраняются. История в настоящее время набирает все больше и больше значения в жизни каждого из нас, и военно-историческое общество как нельзя лучше может помочь нашим подрастающим поколениям. Наше военно-историческое общество всегда будет связано, всегда будет помогать воспитанию молодежи, воспитанию россиян, и в том числе в Тверской области. Историческая память очень важна в это сегодняшнее время. Мы, как Тажурский Золотошвей, принимаем очень много гостей и приезжали к нам из новых республик. Студенты и люди, которые хотят знать нашу историю, и через историю фабрики идет, мы рассказываем об истории нашего государства. Как наши, с нашими знаменами, шевронами, звездами, отшитыми на фабрике Тажурского Золотошвея, побеждали наши отцы и деды. Вновь созданное у нас на территории Тверской области военно-историческое общество будет помогать подрастающему поколению правильно понимать нашу историю, потому что вся история государства российского неразрывно связана с войнами за свою свободу и независимость. И именно сейчас ребята, которые пропитаны духом патриотизма, любви к своей родине, в зоне СВО, выполняют мужественно и очень героически свои обязанности. Пошло поколение, которое не очень хорошо знает историю, и вы, лучше меня, от земли знаете все это. Мы будем менять ситуацию. Мы будем возвращаться к прежней системе воспитания, но уже с современными методами и технологиями. Современное молодое поколение, конечно, другое. И школьники другие. Не те, которые были 80-е, 90-е, 2000-е. И, конечно, говорить мы будем с ними тем языком, который понятен. И, естественно, любя свою страну, любя будущее, любя своих детей, мы хотим, чтобы то молодое поколение, которое сейчас вступает в жизнь, которое вы учите, которое вы поднимаете, действительно стало оплотом сильной России. А в этом наш залог успеха, я не сомневаюсь, что так и будет. Вот этот патриотизм, героизм, изначально формируете именно вы, преподаватели истории. Это однозначно. Вообще все учителя. Учителя, классные руководители, учителя истории, особенно те, которые действительно искренне и истинно доносят до детей, историю своей страны. Ведь ее можно по-всякому доносить. Можно доносить, ну, знаете как, формально, когда ребенок просто сидит и засыпает. А можно так, что этот ребенок действительно впитывает на себя, начиная вот с этого юного возраста, и потом несет по жизни, и уже начиная, вот парень, да, там, 15-14 лет, уже мечтает быть похожим на тех героев, о которых он услышал. Информации можно считать, но мы прежде всего должны научить, как бы, дать понять, почему мы любим эту Россию, да, при всей ее многогранности. Это сложно, трудно, но то, что любят, то потом уважают, защищают, относятся бережно. В свое время, еще когда Крым был в составе Украины, тоже с детьми поехали туда, тоже маленький такой экскурс в историю, да, получился. Когда мы ехали там на Ялике по Севастопольской бухте, и местный гид рассказывал про историю обороны Севастополя, у них просто глаза были по 5 рублей, они говорили: пап, как такое может быть? Вот то, что говорил Артем Валерьевич. То есть мы в свое время в школе почему-то вот историю снизили до минимума. Мы когда приехали домой, я взял у них учебники, я опупел, извиняюсь за такой язык, по-другому никак не скажешь. Вот если мы, когда учились там период Второй мировой войны, это чуть ли не пол учебника было, то здесь каких-то 12 страниц на всю Вторую мировую войну. Конечно, что можно обучить, чему можно научить? Я хочу нам всем пожелать именно духовных сил, потому что духовное воспитание начинается, как написано в одном счете, с семьи. Чтобы у нас с семьей было все хорошо, чтобы мы спокойно приходили уже удовлетворенные, спокойные, и могли показывать детям личный пример. И, наверное, сейчас детям нужна не только какие-то наставления, но, в первую очередь, нужна поддержка, в том числе и семейная поддержка. Поэтому всех вас наступающим учебным годом, духовных вам интересных сил, наших и простом деле.